Это Александр, наш голубь. Это Татьяна. Мы вместе. Мы все еще вместе. Мы даже не съели друг друга за 4 дня. А это дорого стоит, чтобы две дамы не съели друг друга за 4 дня, да, получается? И мы гуляем, ребята, по Чебоксарам. А Чебоксары – это столица Чувашии. И мы тут смотрим набережную. Александр, как голубь, нас ведет куда-то. Мы что, как послушные жены следуем за восточным мужчиной. Позади, как и полагается, не забегает вперед. Все серьезно, какие скамеечки. Давайте я вам что-нибудь покажу. Смотрите, какие скамейки. На них можно лежать. Это гуляющие чебоксарцы. Смотрите, ребятки, сказал, как геологического профиля. Ага, ребятки, как классно качается, такая качелька задом наперед. Да, красиво над рекой так полетать. Там освещенный берег. Вот я бы показала, но на видео будет не видно. Там стоит. А, видно, кстати. Вот видите, я сейчас держу в центре экрана скульптура. Я забыла, как она называется, но она, по-моему, идет. Ой, я ее все называю Родина-Мать, но она не Родина-Мать, но смысл такой же, да, то есть Мать Чувашии, что ли, как-то так вот она называется. О, смотрите, вот оно, Чебоксары, жемчужина России, это вон, видите? Вон там надпись вдалеке, Чебоксары, жемчужина России. Да, слушайте, не подсветили Родину-Мать. Да, Родину-Мать не подсветили. Снизу бы подсветили. Вон, видите, Чебоксары, жемчужина России, угу. Про которую надпись говорили. Здесь вот такие всякие. Качалки, крутилки. Еще качалки, ребятки развлекаются. А что-то мы зонтик не взяли, конечно. Зонтик не взяли, а на нас, между прочим, капает. Сколько мы тут угуляем? Александр-то, наверное, угуляет, а мы-то с Татьяной. Сколько мы угуляем без зонтика и с прической? Непонятно. Народ выгуливается, вон там кафешечка. Уличную сейчас покажу. Почему-то она может закрыта. Прямо у воды уличная кафешка. Смотрите. А, может оно, да. Смотрите, колесо. Хоть сфоткать. Да, высота, наверное, такая. Чуть-чуть надо сфоткать. Да. И причем сильнее дождь-то пошел. Красивенькие Чебоксары. Я в них уже была, но мы были очень на мало. Мы посмотрели Родину-Мать и поехали дальше. Ну, пойдемте. Вон там. А вот что, освещение было красивое, я тоже помню. Вот оно сейчас красивое. Тоже. То есть света они, я бы сказала, что не жалеют. Там даже вода подсвечена. Да, масштаб. Но все-таки столица. Столица, но очень мокрая. Смотрите, костер же. Да не костры, это просто такой. Ну нет у тебя это самое воображение. Какой костер? Ну как, вот костер. Вот наверху на втором этаже, видите, вот как бы вот лампочки и там огни. Нет. Это предмет интерьера. А, вижу, да. Понятно. Ну-ну. Ну так-то миленько все, мы сейчас придем к... О, види, как дождь идет. А мы настоящие туристы. На видео прямо видно, как дождь идет. Да. А мы настоящие туристы, мы даже в дождь прёмся куда-то гулять. Вообще герои мы. Давайте посмотрим. Там это. Смотрите, какой светомузыкальный фонтан. Сейчас мы его сфоткаем. Так. Ой, там, наверное, ребятки скачут. Ну да, просто светофонтан, без музыки. Просто световой, ну вот детишки скачут. Так, сейчас Татьяна будет скакать. А я буду... Ну я же не могу скакать и снимать, потом придется вам скакать. Вот все какие хитрые, а? Я подержусь. О, ребята там скачут. Тогда Сергей будет скакать. Смотрите, красота какая.
света музыкашка. Хорошо ребяткам-то. Это мы взрослые, нам все мокро. Красота. А, детки, конфетки. Игрушки, игрунки. Так, ладно, мы пошли куда-нибудь еще погуляем, если не утонем. Фонтан не полезли, а в дождь такой бухнули. Это же естественно, а фонтан не естественно, правильно? Вот так вот. Так что, да, слушайте, капает тоже. Вот тут смотрите на фонарь. Видите, как уже хорошо. Нет, он усиливается, я чую, как он усиливается. А я чую. Я вообще все чую. Но, кстати, вот, что, как бы остальная эта часть города не больно и подсвечена, да? Вот смотрите, там на горе храм подсвечено, все. Вдалеке берег пустой, а дальше, ну, как бы есть подсветка улиц? Тут далеко там вот. Ну, обыкновенно. Да, потому что... Ну да. Ну, там, наверное, и внутряк что-нибудь есть. Нет, надо зайти в какую-нибудь дискотеку, типа, оторваться, все это снять. Потому как Сережа тащит вас на плече, типа, они так точно не гуляли. Саша. Сережа вас тащит на плече. Я не оговорилась. Александр, я сама себе. Какой Сережа тащит вас на плече. Вот такого точно у них не было, согласитесь? Так что вот. Может, вы покушать хотите? Вот наверху-то бы, да, красиво, конечно, посидеть. Ну вот, вот подсветка такая вот, аллея. Слушайте, какая хорошая аллея. Зеленая. Так вообще все хорошо. Ну сейчас мы обойдем все это дело. Ну да. Здесь, наверное, самое веселушное, да? А вот дальше-то такое уже, мне кажется, обыкновенное. Там подсветка тоже идет. Ну, городских улиц, как бы. Обыкновенно. Дайте хоть эту общую фотку сделаем. Саш, идите сюда. Да, прижимайтесь ко мне все. Подождите, вы меня вперед-то куда выдвинули? Я тоже выдвинусь. Куда? Вот Сашина лапа зато. Вышу все. Ну, так, нафоткаем. Молодцы. Может, вас двоих? Хотите с вами? Вы так хорошо стояли. Мы вместе. Мы вместе. Мы только без. Так Саша нам было тогда в середку. Ну да. Может, тут караоке-клуб какой-нибудь? Это мы. Идем стройными рядами. Давайте хоть посмотрим, что там. Ну давайте. А что там торговый центр? Нет, там Волга должна быть. За мостом? Это все залит. Ладно, я сотовый убираю. Сейчас он это, бедненький, отмокнет. Да, он уже весь мокрый. Все, давайте подписывайтесь на канал. Мы много путешествуем. И это самое, буду показывать, где мы ездим. Подписываемся на канал, лайки ставим обязательно. Татьяна, лайки. Да, все, пока-пока. Мы ушли. В дождь и в мокреть. В ночь в дождь и мокреть. Наш голубь нас куда-то тащит, неизвестно куда. А нам приходится все терпеть. Какие вы терпеливые. Все, пока еще раз. Нет у нас больше.